зависимости от планировки квартиры или дома, важно подобрать дверь с удобной системой открывания. В этом видео я расскажу вам про три основных типа открывания дверей и про их особенности. 95% всех квартир чаще всего встречаются классические распашные двери. Такие конструкции могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми, например, как в гостиной. По уровню изоляции звука эти двери вне конкуренции. А установка производится на прочных коробках, надежно закрепленных в стенах. Основным недостатком таких дверей является необходимость большого пространства для их открывания. Для малогабаритных комнат с ограниченным пространством раздвижные двери станут отличным решением. Двери, которые двигаются вдоль стены, не требуют лишней площади для открывания. Могут иметь одностворчатое или двухстворчатое исполнение. Как и раздвижные двери, складные идеально подойдут для небольших помещений, где важно экономить полезную площадь. У складных дверей отсутствует полноценная шумо- и теплоизоляция, поэтому рекомендуется использовать в виде декоративных перегородок или зонировать помещение. Есть один момент. Использование таких дверей в детских комнатах нежелательно из-за особенностей их механизма. Такие двери отлично подойдут для зонирования жилой комнаты и гардеробной. Зная основные принципы выбора межкомнатных дверей, можно без труда подобрать себе нужные. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше в следующем видео. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока!